Дорогие друзья, канал My Inspiration приветствует вас на Кубке Динамо по средневековым боям. Кубок «Динамо-2015» был 10-м юбилейным. Он объединил 35 команд из 14 стран. Начался он с отборочного этапа за право выхода в плей-офф. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Артем Береговой, я из Украины, представляю команду ДЗХ. Вот, на этом чемпионате я в первый раз, хотя уже очень давно сражаюсь, участвовал в чемпионатах мира во всех. Вот, но Кубку Динамо пока еще не доезжал. Очень рад, что доехал на юбилейный Кубок Динамо. В восторге от места проведения. Считаю, что наши соревнования должны проходить в подобном формате зимой, потому что это действительно арена с трибунами. И это возрождение традиций, начиная от Древнего Рима с гладиаторских боев, заканчивая средневековыми турнирами. Вот. Ну и хочу пожелать всем командам удачи, доблести и чести. Большое спасибо. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я приехал из Харькова. Представляю клуб «Князь». Вот. Мы один из лучших клубов Украины. Регулярно участвуем в международных турнирах. Бойцы нашего клуба в составе «Украина-1» заняли в этом году второе место на битве наций. А какие у вас впечатления о сегодняшнем чемпионате? Впечатления от Кубка «Динамо», как всегда, самые лучшие. Лучшие бойцы, лучшие бои, лучшая атмосфера. Вот. Всегда приятно участвовать в таких интересных турнирах. Большое спасибо. После небольшого перерыва и замечательного концерта начался плей-офф, куда вышло 16 команд. Это был круговой этап, где каждый встречался с каждым.
А вот и первый финал. Бой за третье место. Команда «Западная башня» против команды «Князь». Третье место в ходе упорной борьбы завоевала команда «Западная башня» из Калининграда. А у нас суперфинал. Бой за первое место. «Зверобойс» против «Партизан-1». We'll be right back.
года закончился сегодняшний турнир, и мне было очень приятно сегодня встретить одного из призеров, серебряного призера. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иван Мусуров, боец группы «Зверобойс». Ваша группа сегодня билась действительно как звери. Это было очень зрелищно. Какие сложились у вас впечатления о сегодняшнем чемпионате? Отличный чемпионат, отличная драка. Достойное второе место. Все супер. Будем стараться. Призеров золотых мы один раз победили. В следующий раз победим дважды. Спасибо большое. Вам спасибо. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Лукьянов Олег Игоревич, вулф-маршал от сборной России. Скажите, пожалуйста, что сегодня было самое сложное для вас? Ну, сегодня вообще было очень непростое мероприятие. В России так оно, наверное, было самое сложное. Вот. Ну и отдельные ситуации тоже были достаточно непростыми. А поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями именно как человек, который судил сегодняшний чемпионат. Ну, бои были достаточно чистыми, в общем-то. Всегда приятно и достаточно просто судить именно чистые бои, без грязи, без нарушений. Вот. Практически все судейские решения сегодня были тоже оправданы, и ошибок каких-то очень серьезных не было. Поэтому мы сами, как судейский комитет, оцениваем нашу работу, ну, достаточно хорошо. Не было никаких протестов, и тем более не было протестов удовлетворенных. Спасибо большое. Пожалуйста. В заключение хочется еще раз поздравить всех призеров и участников чемпионата, благодарить организаторов за такое прекрасное спортивное шоу и с нетерпением ждать следующего Кубка «Динамо-2016».